«День с толком». В студии Евгения Доровская. Здравствуйте. В этом выпуске. В новый путь. Ну, хочу сказать, что мы старались. Спасибо. Как глава Барнаула Сергей Дугин попрощался с коллективом. Маршрут завершен. Почему жители Барнаула часами стоят на остановках в ожидании автобусов? Мусорная реформа в действии. Как в Ребрихинском районе нашли успешное решение? Атмосфера в зале была почти семейной. Сегодня в администрации Барнаула бывший глава города Сергей Дугин, который накануне подал в отставку, прощался с коллективом. На встрече присутствовал и губернатор края Виктор Томенко. Сергей Иванович Дугин, которого мы сегодня провожаем, честно, ответственно и достаточно эффективно работал в течение вот уже почти 4 лет. И если объективно посмотреть на вещи, то улучшение положения дел по самым разным направлениям в жизни в городе видны, что называется, невооруженным глазом. Конечно, наверное, не все удалось сделать так, как хотелось бы. Где-то, возможно, что-то и не получилось. Были дискуссии, были где-то и претензии, ну, а как в нашей жизни без них? Губернатор отметил, что правительство региона поддержит город, пока не будет избран новый глава, пока исполнять обязанности руководителя доверено Вячеславу Франку, бывшему первому заместителю администрации Барнаула. Слова благодарности и поддержки Сергею Дугину выразили также председатель КЗС Александр Романенко, председатель городской думы Галина Буевич. Сам виновник встречи был сегодня растроган, очень эмоционален и поблагодарил всех, не только присутствующих в зале. Обращаясь к жителям краевой столицы, я хотел бы поблагодарить тех жителей, которые были с нами в эти годы, за инициативу вот, в решении всех насущных проблем городских, за какую-то настойчивость такую, за понимание и терпение к тем временным проблемам, особенно вот в период лета и осенью, когда идет благоустройство и подготовительная работа к отопительному сезону. Ну, огромное спасибо, что вот так воспринимаем. Ну, хочу сказать, что мы старались. Спасибо. Ну, мы продолжаем. И сейчас о проблемах как раз тех, с которыми жители обращаются, в том числе к нам в редакцию. После 9 вечера уехать на автобусе практически невозможно. Все больше барнаульцев в социальных сетях жалуются на неудобное расписание общественного транспорта. Причем как частных, так и муниципальных автобусов. Например, пассажиры 3 городских маршрутов номер 1, 24 и 10 обратились в прокуратуру с жалобой на то, что вынуждены ждать транспорта от 20 минут до часа, либо ехать с пересадкой. Ну, а некоторые барнаульцы рассказывают, что уехать вечером почти невозможно даже из центра города. Жители жалуются, что автобусы просто проезжают мимо вместо того, чтобы сделать положенную остановку. Кто устанавливает расписание маршрутов? Кому жаловаться на недобросовестных водителей, которые хотят закончить смену пораньше? Мы попытались выяснить и расскажем в следующем выпуске новостей, но пока к другим темам. Собаки, едва не утонувшие в гудроне, значительно лучше. Пес стоит на ногах и с удовольствием гуляет. Волонтеры из приюта для животных «Бусинка» даже в шутку придумали ему имя Гудроша. Напомню, 2 дня назад в сети появились фото спасения собаки из лужи с гудроном. По словам очевидцев, пес жалобно скулил, только этим и смог привлечь внимание людей. Прибывшие спасатели вытянули собаку, а волонтеры из приюта всю ночь отмывали животное из гудрона. Спустя 2 дня с пса все еще состригают клочки с дегтем. Их отмыть невозможно, потому что он просто полностью, вся шерсть пропитана. То есть ее только можно, да, ком, ее только отрезать можно вот там. Вот такая вещь. Промыть ее, ну, так как это шерсть, тяжело. Но в целом собаке значительно лучше, она уже не в тяжелом состоянии, но все еще получает лечение. Волонтеры сообщают, что это мальчик, ему около 3 лет, в приюте его уже называют Гудроша. Мои коллеги навестили пса, поговорили о его состоянии, узнали, что еще требуется для собаки. Об этом расскажем в вечернем выпуске. Мусорная реформа продолжает заходить в новые села. Деревня Клочки Ребрихинского района в этом смысле одна из показательных. Там сразу отказались от бестарного способа вывоза мусора и установили контейнеры. А емкости, кстати, создает сам местный подрядчик рекоператора. Продолжит Анастасия Дороган. В Ребрихе подрядчик барнаульского рекоператора контейнеры варит сам. Уже почти 40 штук.
Так в компании решили сразу две проблемы. Во-первых, денег на их покупку нет, в тариф не заложено. А во-вторых, контейнерный сбор полностью меняет экономику всего процесса вывоза мусора. И в отличие от бестарного, он удобнее для всех. Допустим, начинается в 8:30 уже машина, вот она подошла к одному дому, в 8:40 уже к другому. Ну, это же ведь очень сложно организовать, правильно? И машина не вечна, и дороги. У нас это деревня. Контейнер подразумевает, в любое время жители вынесли мусор. У нас есть свобода забрать. Себестоимость контейнера 11 500, чуть дешевле, чем на рынке. Сушков признается, что развивает производство за счет другого бизнеса. Эта контейнерная площадка в Ребрихе – единственная образцово-показательная. Бетонные плиты, бортики, казалось бы, ничего необычного, но 40 тысяч рублей. И опять же, за счет собственных средств рекоператора. По словам подрядчика, он предложил местным властям сделать такую тестовую контейнерную площадку. Судя по всему, людям нравится. Дворника здесь нет, но и мусора, как вы видите, тоже нет. Мусорная реформа в Ребрихинском сейчас действует в 6 селах района. Но пока лишь в одном – Клочках. Благодаря усилиям главы села введен контейнерный сбор. Емкости стоят каждые 200 метров. По словам властей, люди уже привыкают к новой системе. Больше всех рады пенсионеры. Хотя установка контейнеров тоже шла не беспроблемно. Они эти контейнеры катали неделю. Один туда, один туда. И вот друг другу это катали. Я подъехал, я говорю, контейнер будет стоять вот здесь. Допустим, бабушка, меня это, говорит, полностью устраивает. Допустим, то она накапливает вот этот мусор, потом кого-то нанимает, чтобы это вывезли. Сейчас она подошла, выкинула. В сентябре подрядчик рекуператора планирует зайти во все села Ребрихи, их почти 30, и увести район с бестарного сбора. Для этого нужно 3000 контейнеров и деньги на них. Ну вот сейчас вот зависнет в воздухе 1500. Я их просто прекращу делать, если вообще никакой отдачи от них не будет, и все. А сейчас сколько уже сейчас потратили? Ну вот они вот 400 с копейками здесь. У нас в бюджете средства на это не предусмотрены. Свои средства мы в первую очередь будем расходовать на обустройство именно площадок для размещения контейнеров. Губернатором принято решение о выделении дополнительных средств на приобретение контейнеров. Вот мы заявочку тоже будем отправлять. Муниципалитетам края должны выделить 80 миллионов рублей. На покупку контейнеров каждый район получит в среднем по 1 миллиону. А пока же мусорная реформа в сельских территориях идет экономически невыгодным, бестарным способом. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком». Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». К этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбук. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в вечернем эфире.